Уроки экологии студенты юридического факультета Тверского государственного университета провели в школах областной столицы. Молодежи рассказали о принципах сортировки бытовых отходов и показали наглядно, какой контейнер для какого мусора предназначен. На необычном занятии побывала наша съемочная группа и поинтересовалась у подрастающего поколения, готовы ли они полученные знания применять в обычной жизни. Для тех, кто не знает, хотели бы сказать, что в Тверской области существует дуальная система сбора подходов. Для чего на мусорной площадке стоят два контейнера, помнит не каждый взрослый. Зато дети знают, что в зеленый контейнер направляются смешанные отходы, сильно загрязненные и неперерабатываемые. В синей емкости контейнеры или сетки, что является вторсырьем, пластик, стекло, бумага, алюминий. Об этих тонкостях школьники узнают на специальных уроках экологии. Такие занятия в этом году для них проводят студенты юрфака Тверского госуниверситета. Выступаем мы с подготовленным нашим проектом «Чистый мир своими руками», в рамках которого рассказываем, что такое раздельный сбор отходов, про дуальную систему в Тверской области, как правильно утилизировать отходы, в какие контейнеры нужно складывать и, соответственно, как с ними нужно обращаться. Школьников учат разбираться в маркировке, которая указана на упаковке. Например, цифра 5 указывает на полипропилен. Из него делают многоразовые контейнеры для еды, которые в итоге успешно перерабатываются в России. Подобные знания учащимся предлагают продемонстрировать, ответив на вопросы экологического теста. Сложности не вызывает тест по теме разделения отходов. И, в принципе, как правильно утилизировать, перерабатывать, минимизировать как-то потребление, максимизировать вторичную переработку. Проект «Экологическое просвещение детей и молодежи в сфере обращения с отходами» получил поддержку правительства Тверской области в рамках реализации национального проекта «Экология». Мы провели очень много уроков, 14-е уже образовательное учреждение, где-то один урок, где-то 3-4 урока идут параллельные, где ребят учат правильно сортировать отходы, вообще говорят о необходимости, зачем это делать. Такие уроки экологии в тверских школах проводятся ежедневно. Переход к новой системе обращения отходов невозможен без изменения экологического мировоззрения населения. Начать специалисты решили не со взрослых, а с детей. Обычно младшие берут пример со старших. Но в этом случае рассчитано, что механизм сработает наоборот. И уже школьники расскажут своим родителям, куда нужно складывать пластиковые бутылки, куда девать крышки от них и где место отработанным батарейкам.